Какая хорошая фотография Саибабы. Вот сейчас я вам покажу фото, которое мне так понравилось. Хипстер-хипстер такой Саибаба. Смотрите, какой красавчик. Качин. Написано там Качин. Это бейкери, булочки всякие. Вот поэтому так много было людей в желтых галстучках. Они приехали на день рождения Кришны отмечать. А поскольку Саибаба считается аватарой Вишну, значит, очередным воплощением и Кришны в том числе. Естественно, здесь празднования масштабные. Здесь шопинг-центр. Сейчас вход с этой стороны. Раньше вход был с той стороны. Поменяли вход. Но в шопинг-центр мы сходим попозже с вами в следующий раз. Не все сразу. Немножко покажу вам ашрама. В принципе, здесь снимать особо-то нельзя, поэтому я чуть-чуть, тора-тора. Там овощной магазин. О, кстати, вот что я сейчас куплю. Мне совсем немножко надо овощей. Я куплю. У меня ни одной помидоринки не осталось. Завтра будет рынок, но пока надо хоть что-то. God has walked here. Let's keep it clean. Бог здесь ходил, давайте сохранять в чистоте это место. Паприка 57 рупий килограмм. Возьму одну паприку. Картошка 36 рупий килограмм. Я хочу сделать борщ. Редиска 32 рупий килограмм. Дайкон белый. Свекла 41 рупий килограмм. Морковка еще нужна. Снэк Горд 36. Что-то такое змеиное. Ladies Fingers 26. Может купить немножко. Саши любит. Завтра на рынке купим. Вот томатов чуть-чуть. 6 рупий килограмм. Друзья, 5 рублей килограмм томаты. 5 рублей. Отличные. Шоу какое-то 36. Боже мой. Рублей. Какой же у самих-то фермеров-то профит? А? Капуста 30 рупий килограмм. И кабачки, ой, нет, морковка 65. Самое дорогое. Так, цветная капуста, не знаю сколько, бананы 37 рупий килограмм. Вообще пустовато, конечно, тут. Вот это моя любимая тыковка. Значит, огурцы 20 рупий килограмм.
практически тебе данья. Это кориандр 8 рупий штучка. И палак 5 рупий штучка. Палак, наверное, на завтра купим с Сашей на рынке. Памкин, моя любимая тыковка. Как я ее люблю. 32 рупии килограмм. Я люблю памкин суп делать. Здесь какой-то необычный. 49 овощ. Страшненький такой, но, наверное, вкусный. Это белая тыква, 26 рупий килограмм. Шесть рупий томата. Яблоки. Химачал Apple. Из химачала Прадеш. 143. Ну, а здесь специи. Все такое. Масло. Арахисовое масло. Так. Где подсолнечное? Вот подсолнечное. Не знаю, сколько стоит. Сейчас посмотрим. Я хочу сделать, знаете что? Майонез я делаю сама. Мне надо хорошее масло. Не поняла, сколько. Ну ладно, я возьму, а там посмотрим, сколько оно стоит. Фасоль здесь такая интересная есть. Вот какая, видите? Тоже можно взять. Сухарь, тяжело. Соя. I will come now. In 10 minutes. Are you near there? I am inside ashram. I buy a little bit vegetables. I will come side tower. You go there. Я приду в сайта. Go to shopping center. Help me a little bit. I have heavy luggage. Shopping center. Come shopping center. Да. I go to bakery, near the bakery. Давай. I will meet you. Да, I walk. Не ожидала, что столько всего накуплю, что будет тяжело. Хорошо, что Саша позвонила и говорит, что он в ашраме. На 407 рупий. И я потом в Сайтауэре я вам покажу, что почем мне вышло. Везде вон автоматы с фильтрованной водой стоят. Можно пить, можно набирать. Я не знаю, какой дорогой пойдет Саши. Он говорит, ты тоже иди немножко, чтобы мы встретились посередине. Эти песни называются баджаны. Они сейчас исполняются в честь Кришны. Я думаю, мы развернулись с ним. Стирка. Собирает стирку и раздает. Я думаю, мы развернулись с ним. Территория большая. Лучше бы он... Или сказал мне ждать возле магазина, или сидела бы в ресторане, я бы пришла. Я уже сейчас скоро выйду из ашрама. В ашраме вообще-то не разрешают просить деньги. Окей. О, нет. Подошла, попросила. Не разрешают в ашраме просить. Все, окей. Ведут ребенка как Кришну одетого.
Это вот из этой группы с желтыми галстучками, из группы преданных со всей Индии. Ты какой красивый! Потом, говорит, заберу тапочки. Это арати, окончание всего, огненная церемония. Босиком. Я хочу в этом ресторане, потому что они же будут выводить этих коров опять. Хочу еще раз их поснимать. Давай. Не от винду. I want to sit near the window, because cow go. Сайрам, сайрам, файн. Мама, why you do so heavy shopping? Ну не знаю, я увлеклась шопингом. I don't think buy so many, but by chance, да, случайно случилось. И для вода? Sit down. Сейчас, I want to wash. No wash. Я хочу и для вода. Так, ну давайте, мы сейчас посмотрим, что мы там на 407 рупий купили. Ну, увлеклась, он ругается, говорит, завтра ж маркет. Ну и чего? И в маркет мы тоже что-нибудь купим. А, что-то на 179. Ойл, масло, 179. Однако, слушайте, а у нас сколько литр масла стоит? И для воды. Так. Кофе-ти? Памкин на 21 рупию, грин кэббидж 16, огурец на 6 рупий, морковка на 28 рупий, данья 8 рупий, белая редиска 5 рупий, свекла на 18 рупий, картошка тоже на 18 рупий. Грин, ну это, наверное, капсикум, да, это паприка 10 рупий, томата на 5,5 рупий, представляете, 800 грамм,
и вот фасоль 76 рупий. В итоге вышло на 407. Мне кажется, сейчас они будут выводить коровок. Я вижу, там машина едет. Из-за шрама просад. Я думаю, это из-за шрама, нет? Нет, коровки еще не вышли. Но я специально возле окна села. Буду ждать коровок. Дорогие просад. О, я? Хорошо, хорошо. Давай. Today Krishna birthday, да. Ой, так, пури, такой большой пури у тебя. А у меня идливада. Я скучала по этой еде. Все хорошо, давай, окей. Pray to Baba, pray to Krishna. Ой. Раде, раде. Окей, ну приятного аппетита. Ой, какие свежие, горячие. Ход. Да, да, да. Очень много надо воды сейчас пить. Я Мия отправила сегодняшнюю вот фотографию, сделала Ширди Бабы, потому что я знаю, что она рисовала на одном камне Ширди Бабу, реставрировала. Вот, я пишу: Миечка, это твой Ширди Баба? Она пишет: Ириша, да, благодарю. Какое чудо с утра. Нет слов, огромная волна радости. Знак, что нужно брать билеты. Обнимаю тебя. Вот это она, когда рисовала, она... делала фотографию, не удержалась. Вижу, что дожди и время подкорректировали, потекло. Ничего, приеду с красками, все подреставрирую. Ириша, ты мне путь утвердила, так вовремя и не впервой. Целую. Ланч, вот тайм нау. 171 всего. Ну, это правда светило, со скидками. У него, по-моему, 15% здесь скидка. 171, very good. Но он босиком сейчас пойдет в ашрам за тапочками. А, 10% дискаунта. 190, так было бы. Угу. В общем, ту скидку, которую дает хозяин, Саши отдают официанту. На чай, чаевые. Я говорю, ты уже сегодня дедушке моему можешь не платить. Я уже заплатила за наш пропуск. Он говорит, он всегда там. Я говорю, да, с 6 утра и до 9 вечера. Вот такой вот очень работящий дедушка. А Саши сейчас возьмет рикшу и отправит меня домой. А сам пойдет за тапочками. Все, давай. Your friend. Раджу. Вот. Я этот выпуск, друзья, я хочу сделать сейчас прямо быстро,
и сегодня загрузить без отставаний всяких, чтобы именно в этот праздник порадовались преданные Кришны и Сай Бабы. Вот именно сегодняшними. Дорога ложка к обеду, как говорится. Мои расхламления можно и потом посмотреть. А именно праздник 19-го надо смотреть 19-го. Давай, все, пока. Хорошо, что мы пообедали, что мне не надо готовить обед, и я сейчас потрачу время на монтаж и быстренько на загрузку. Надеюсь, я не знаю, очень часто, когда музыка была орать, очень часто YouTube вот это как раз блокирует. Надеюсь, не заблокирует. Ну или вырежу орать. Посмотрим. Оставлю маленькие кусочки. Иногда просто очень долго проверку проходит. Если обычно видео там час проверку, а видео с музыкой бывает там и целый день они на проверке. Потом в итоге бац, нет, у вас нарушение. Присылаю. Тройка. Это мы не тянем. Окей. Бас-бас-бас, ага. Ну все, друзья, хорошего вам дня, счастья, здоровья, добра и процветания. Надеюсь, вам понравилось это видео, надеюсь, ваши сердца были в Путапарте и ваши души счастливы. Вот, всем вам всего самого-самого наилучшего. Остальные видео я буду выпускать в том же режиме, в котором выпускала, с небольшим отставанием в 2-3 дня. Вот, а это видео мне хотелось, чтобы было именно 19-го. Всем всего наилучшего.